Всем добрый день! Сегодня я купила мойву. Как вы думаете, нужно ли чистить мойву? В интернете много разных рецептов, что можно приготовить с мойвой. И некоторые хозяйки утверждают, что мойву чистить не обязательно. Мол, она и так маленькая, ее можно пожарить целиком. Она действительно маленькая, посмотрите, какая рыбка. Сейчас я хочу показать, что у мойвы внутри. И вы тогда сами решите, нужно чистить мойву или не надо. Итак, смотрим. Посмотрим, что только в одной мойве творится. Отрезаю я голову у мойвы. И теперь смотрите, что у мойвы внутри. Вы согласны, такое вот есть? Все это я убираю. Вот столько внутренностей у мойвы. И те, кто жарит мойву целиком, вот это все при жарке, все внутренности, вся вот эта горечь уходит в мясо. Думаю, и голову есть не стоит. Помимо кишок, посмотрите, внутренность у мойвы выстелана вот этой черной пленкой. Если эту пленку не убрать, рыба будет горчить. Это однозначно. Вот она, эта пленочка. Она легко убирается ножом. Хвостик у рыбы можно не обрезать, если рыбка хорошо прожарена, хвостик у мойвы очень вкусный, он хрустящий и совершенно не жесткий. Вот столько рыбы я уже почистила. Здесь, наверное, штук 20 мойв. Сейчас я покажу, сколько кишок. Вот столько внутренностей осталось после вот этой мойвы. Вы согласны, вот это все есть? Думаю, теперь вопрос не возникнет у вас, нужно чистить мойву или нет. Когда мойву вы почистите, ее нужно тщательно вымыть в холодной воде, чтобы внутри мойва была чистенькой, без черной пленки. Вот в таком виде теперь ее можно жарить.